За неделю проведения рейдов было проверено 350 автомобилей, используемых для джипинга. У половины отсутствовали ремни безопасности, детские удерживающие устройства. Не выполнялись другие требования безопасности. Порой намеренно игнорируют правила безопасности и сами туристы, особенно отправляясь на такую экскурсию с маленькими детьми. Так называемые внедорожники не отличаются особой устойчивостью, что в условиях горной местности может стать причиной опрокидывания. Авария может произойти там, где мобильная связь недоступна, а это значит, что помощь задержится. В некоторых туристических фирмах сотрудников набирают буквально с улицы, а ведь вождение автомобиля в горах и поймах рек требует особой квалификации. Маршруты и их безопасность для туристов слабо контролируются руководством фирмы, то есть джип с туристами может попасть в такую труднодоступную зону, что придется вызывать спасателей. Учитывая это, полк ДПС УВД Сочи проводит усиленную профилактическую работу как с руководителями туристических фирм, так и с водителями и туристами. Все нарушители привлекаются к административной ответственности. Запрещается эксплуатация неисправных транспортных средств. Нанимая автомобиль, требуйте у представителя турфирмы, чтобы джип был технически исправен, оборудован ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. Проверяйте разрешение на перевозку пассажиров. Убедитесь в том, что предстоящая экскурсия будет безопасной и комфортной для вас.